Иван Васильков родился 9 сентября 1904 года в деревне Азарово, ныне Масальский район Калужской области, в рабочей семье. В 1926 году Иван Васильевич был призван на службу в рабоче-крестьянскую Красную армию. В 1930-м окончил Московскую артиллерийскую школу, а в 1935-м – артиллерийские курсы. С 1942 года на фронтах Великой Отечественной войны участвовал в боях на Северо-Западном, Первом и Втором Прибалтийском, Первом Белорусском фронтах, принимал участие в боях под Демянском, освобождении Старой Руссы. С ноября 1943 года полковник Иван Васильков командовал артиллерией 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 2-го Прибалтийского фронта. Васильков принимал участие в Висло-Одерской операции. Артиллерия под его командованием способствовала успешному освобождению ряда польских городов. 16 апреля 1945 года он переправился через Одер и прорвал немецкую оборону на западном берегу реки. Принимал участие в уличных боях в Берлине. 29 апреля 1945 года Васильков отдал приказ о начале обстрела Рейхстага, района Бранденбургских ворот и парка Тиргартен. Массированный обстрел способствовал успеху штурма Рейхстага и водружению Знамени Победы на его куполе. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий, командование на фронте борьбы с немецкими захватчиками, умелое руководство артиллерии в Берлинской операции и проявленные при этом отвагу и геройство, полковник Иван Васильевич Васильков был удостоен высокого звания Герой Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».